самый, я въехала в самый черный район Орландо. Вот такие пацаны у нас чернюсенькие ходят здесь. И вот этот самый черный район находится, он соприкасается с центром города. Вот он прямо, вот он. Они в глубоком поцелуе. Черный район и вот центр города. Ну, как бы, вот эта дорожка, по которой я сейчас еду, это Чёрч-авеню, как бы она такая более-менее... Более-менее цивилизованная. А вот туда чуть-чуть ниже спуститься или... Ну, в общем, вот, ну, в общем, все равно вот этот вот район очень опасный, по которому я сейчас еду. Я... У меня заблокирована дверь в машине на всякий случай. Потому что всякое может случиться. И вот я сколько буду ехать, если видны люди, то видны только черные люди. Я снимала... Вот улица параллельно это идет немножко южнее. Я снимала когда-то и так назвала черный район Орландо. Там, конечно, можно было видеть эти вот страшненькие такие домики, какие-то грязнющие, страшнющие. Вот прямо вот, прямо возле центра. Вот это ВИК, это вот, вот это вот клиника ВИК. Вон, и вот на дверях, вот я только что проехала, на дверях были металлические решетки толстые. Только потому, что это самый черный район. Парамор, вот этот Парамор. Вот это вот. Ехала в самый черный район. И вот он уже, вот тут он заканчивается. Вот тут начинаются высотки. Это уже пошел центр города. Ну, собственно, и вот почти все. Вон они, чумазурики наши. Вон они все магазины в решетках. Только потому, что район страшный. Не будет решеток, все это будет покоцано, ограблено и все прочее. Ну все, и вот тут, резко вдруг начинается вот цивилизация. Вот она, настоящая цивилизация, вот он центр города. Самая гулятельная зона, самая суперская зона Орландо, вот это Чёрч-авеню. Самая красивая, можно сказать, зона, самая молодежная зона. Вот она начинается. Тут куча ресторанов, куча кафешек, куча... Вот все равно вот эта вот церквушка видна, и все равно она вот еще вот рядом стоят черненькие эти дяденьки, вот они, вон они стоят. И все равно вот еще идут металлические решетки на окнах. Вот. Так что она заканчивается, страшная зона заканчивается вот тут. Тут уже начинается центр города, уже пошла цивилизация. Расширяется Орландо. Орландо. Последняя буква Оу читается как Оу. Вот она красотулечка. Вот это МВЭ центр. С правой стороны весь стеклянный. Шикарный МВЭ центр. Кстати, это новый МВЭ центр, а старый МВЭ центр, он рядышком находится, недалеко отсюда. Его будут взрывать, сносить 21 марта в 7:30 утра. И я записала себе на календаре. Я обязательно постараюсь сюда приехать и снять вот этот процесс этого взрыва. Ну что, поехали. Вот самый центр. Вот я сейчас еду в самый центр города Орландо. Я еду на Оранж-авеню. Так, и вот только вот здесь, вот в этом районе, вот они начинаются. Рестораны на Чёрч-авеню, барчики. Такое место красивое, просто красивейшее. Я сейчас попробую ехать медленно. У меня есть видео Чёрч-авеню. Я тут все проходила, ногами зашла в каждый барчик, каждый ресторанчик, все это поснимала. Боже, как тут все красивенько, как тут все уютненько. Сзади меня кто-то едет и говорит: эй, давай поторапливайся. Не могу поторапливаться, такая красота. Не могу. Вот тут в приколе стоит где-то вагончик. А уже не стоит, уже сперли. Итак, какая красотулечка кругом. Ну вот она Оранж-авеню, все, самая деловая часть города. Вот это самое сердце Орландо. Здесь тысячи офисов, здесь расположено. Опять повторяюсь, вся деловая часть Орландо. То бишь сердце Орландо. Вот наши такие красивые автобусы, яркие, фиолетовые, красные, желтые. Какие только. Как все красиво, небо обалденное. Это вот написано South Orange and West Church Avenue. Это Orange Avenue, она разделяет город на две части, на East и на West. То есть на запад и на восток. Вот сейчас я поехала на East, только что пересекла, а сзади меня остался West Orlando.
БТИ, где я говорила, где я прописывала ребенка нашего. Вот тут на Чёрч Авеню. Там адрес остался. Так. Церкви, церкви, церкви. Only, only. Так, ну и как раз сейчас я сейчас проеду еще раз по центру города, пройду, потому что я могла бы прямо проехать. Пройду вот напрямо. И вот тут вот наш административный центр Орландо. Оранж Каунти. Не только Орландо, но и Оранж Каунти. Оранж Каунти – это Оранж графство, которое включает в себя все города, маленькие городочки и город Орландо. Достаточно большое графство, по-другому не могу его назвать. Вот за этими домами, за стеклянными, озеро Иола. Я поеду сейчас. Если бы надо было мне светить, все-таки там его озеро Иола поехать. Вон там видно тоже паркинги. Кирпичные. Так, сейчас время всего лишь половина третьего, поэтому я еще успею, все-таки я успею попасть на этот арт-фестиваль. Вот тут можно припарковать машину за не очень дорогую плату. Вот тут здесь стоят эти вот штуки, которые платят за денежки. Часть Орландо. По-другому никак не скажешь. Адидас. Пацан в Адидасе. Ну как-то тут нужно быстро ехать, когда вот, тем более машина у меня такая большая. Такое ощущение, что я сейчас кого-то поцелую, зацеплю. Так, на озеро Иола сегодня я не пойду. Вот здесь вот на озере Иола каждый воскресенье фармер маркет. У меня там тоже тысячи видео отсюда. Там постоянно вот где эти деревья, постоянно играет музыка. Живая причем. Мой любимый опять.
машину и пилять до Starbucks кофе. Не всякий американец сюда придет пешком. Вот он, Starbucks. О, не, не Starbucks, Ру, это не Starbucks. Это Panera Bread. Starbucks был с той стороны. Это я все писала. Это я все сама перепутала. Я сегодня утром зашла, покушала. Только не здесь, в другой Panera. Покушала своего супчика, выпила чашечку кофе. Ну, давай. Так, 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 так. Идем, 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 идем. Так, мне надо сейчас выехать. Ладно, вот тут школа, в которой учится Юлин сыночек. Все, ладно, все, до свидания.